А, люди старших поколений, как мне кажется, не забыли, что наша страна была великой индустриальной, промышленной, научно-технической державой. А, и именно мы победили фашизм, первыми вышли в космос, ввели туда и человека, и спутники. Именно у нас впервые в мировой истории началось полномасштабное строительство социализма, и это вывело страну на передовые рубежи развития человечества. Вот многим и сегодня кажется, что так должно быть всегда, несмотря на то, в каком состоянии находится российская экономика и система государственного управления. Вот может быть это чувство глубоко ошибочно и ложно, и может быть уже великой России никогда не станет, или все-таки станет, но при другой власти. Как вы считаете, Валерий Федорович? Ну, я считаю, что русский народ, вообще Россия, как и Советский Союз, обречена быть державой великой, которую знает мир, уважает мир. Вот, и смотрит за тем, какие новшества у нас здесь проявляются в России. Но, к сожалению, развитие вот в России в том числе, оно такими вот волнами. То на подъеме, то вниз. Вот сейчас у нас период как раз мы находимся в глубокой, я бы не сказал грубо, ну яме. Вот. И все потому, что не повезло с руководством. То этот плешивый Горбачев, который предал и партию, предал страну и дает сегодня интервью с гордостью, что оказывается он внутри партии разлагал ее и поставил себе цель разложить, а значит уничтожить советские власти, Советский Союз. Сегодня, после лихих 90-х, у нас не было ни одной личности, которая работала бы на позитив, на созидание. Я считаю, что с лихих 90-х идет одно разрушение. И сейчас в том числе. Нет созидателей, нет талантов, нет команд. Команда либералов, значит, которую возглавляет сегодня президент Путин и назначенец его Медведев. Это одна команда. И страну загнали в яму капитала. Вот, где главная цель у этой команды – это нажива личная карманная наживо и они притворяют это в жизнь. Мы же знаем, что сегодня значит, половина граждан России за чертой бедности просто нищие. Экономика, страна в кризисе глубоком. Долги, огромные долги по заработной плате, даже не выплаты. И единственное, что они делают, выкачивая из карманов населения последние копейки, это налоги, 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 налоги. Вот уже недавно озвучено Единая Россия тоже с гордостью. Я вообще удивляюсь, с гордостью по телеканалу показывают, значит, передачи один единорос с другим говорит, вот знаете, мы вот теперь налог на кол колодецную воду значит, вот сейчас введем, уже в Мурманске ввели лицензию и вам льготы. Сейчас бесплатно Пенсионеры да. на дачных участках платили за воду. Все вот за воду. И Поэт поэтому, за поэтому, но я считаю, вообще это временное явление. Временное явление. Все эти идиоты, извините за грубость, все эти дегенераторы и люди, которые не способны руководить по государственному, они будут сметены в России, сметены России. Придет новая команда с другой программой, и Россия будет великой державой. Спасибо. Валерий Федорович, все-таки вы с президентом согласны, что Россия бы сверхдержавой дорого, неподъем, но снова погибнем умрем. И что социализм это такая, знаете, утопия. Поэтому социализм никакой там, ни шведский, никакой нам не нужен. А даже более-менее общество социального, социальной справедливости. У нас вот такой свой бандитский, олигархический криминальный капитализм, ну и экономика трубы периферийного типа. Вроде как это наш путь такой сакральный. Ну, я его давно слушаю. Он как только вышел на политическую арену с Собчаком, когда отправлял значит, металл за границу и накапливал средства за границей, оттуда его все убеждения стали. Поэтому я думаю, он что не изменился за этот период. И его высказывания не более что его личное мнение абсолютно его личное мнение. У нас страна очень богатая. У нас вся эта таблица Менделеева. У нас очень много земли и очень умное, грамотное и работоспособное население. Граждане Российской Федерации, которые, просто я еще раз говорю, они обречены на то, чтобы жить в нормальной стране, в великой державе. И для этого предпосылки все есть. Если у господина Путина он их не видит, то я их реально вижу. Реально вижу. Ну, допустим, ну что стоило? Вот по инициативе Компартии Российской Федерации был принят закон о стратегическом планировании. Да. Краевой, центральный закон, это как э, Козьма Прутков э, говорит, зрите в корень, да, или там Архимед говорит, дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Вот закон о стратегическом планировании, больше пяти лет он уже существует в России, ни его команда в лице Медведева и правительства, ни Единая Россия нигде его не внедрила. Нигде, кроме пяти субъектов, об этом говорили в Совете Федерации, хоть немножко, немножко, чуть-чуть там с чем-то занимались. Причем единственный субъект, где внедрили закон о стратегическом планировании и пятилетку, это Левченко. Иркутская область, так и называется, пятилетка Левченко. И где есть огромные показатели, в отличие от страны, у него за три года практически удвоил ВВП. Удвоил ВВП. Практически бюджет доходной части удвоилось. Промышленность, обрабатывающая промышленность, значит, позитивные показатели. да? Надо изучать этот опыт Левченко, распространять на всю страну, вытаскивать ее из кризиса. Они его мочат, так сказать, на всех телеканалах, якобы он там нерадивый хозяйственник. Нет. И второе, второе, то, что касается социализма. Понимаете, вот предатель Горбачев вместе с Ельцином, вместе с Яковлевым, Шеварнадзе, они предали страну, предали социализм и просто обрушили нашу экономику и наше естественное развитие. Пришел значит, обратный процесс в этот дикий капитализм. В это воровство, в эту коррупцию. Разрушили все, что возможно. Вот разрушители у власти, они не верят ни в великую державу, ни в страну, и никакого патриотизма у них нет. У них двойное дно. Они говорят за патриотизм, великую страну, что отделают цель у них совершенно другая. Охранять капитал олигархов, и мы видим даже через законодательство, я же в Госдуме сижу, я смотрю вновь правительства Российской Федерации. Да, просто, значит, как только у них за рубежом доходы уменьшаются из-за да, санкций, да, да. они здесь налоговое освобождение. А народ, наоборот, налог больше. Вот их задача и цель. Наша страна развивалась бурными темпами при социализме. И вот этот путь самый верный, самый нужный для нашей страны, это именно социализм. Мы видим это и по Китаю. Китай идет сегодня, это первая, вторая страна, держава, которая имеет колоссально бурное экономическое развитие. Мы видим и по Вьетнаму, коммунистическая страна. О ней мало говорят, но посмотрите, какие темпы развития. Они же, так сказать, это все реально. И вот при коллективном хозяйстве, при социализме и при и вот плановом э, плановом хозяйстве мы у нас будет развитие, но не с этой командой. Спасибо. Эта команда, она не, не, не может пойти на другие рельсы, на рельсы созидания. Угу. Она, это другая другие, команда. Другие цели, другие задачи. А, Валерий Федорович, вот у меня такой вопрос, собственно говоря. Они слишком немного, 58% наших респондентов считают, что от власти имущих что-то должно зависеть. Все-таки, мне кажется, как было правильно сказано нашими вот коллегами, если народ не борется за свое светлое будущее, за свою достойную жизнь, за свои конституционные и классовые трудовые права, то в принципе власть-то ничего делать никому не обязана, если мы не держим в живых рукавицах. Да. Вячеслав, ну здесь надо понять население, которое вот за последние 20 лет видит, что у нас выстроен авторитарный режим, абсолютно авторитарный режим, диктаторский режим, значит, режим одного лица, президента, будь то сегодня это Путин. И под ним находится все, и исполнительная власть вертикаль, и законодательная власть, которая сегодня бессильно, у нее отобрали даже право значит, проводить расследования, депутатские расследования. Судебная власть, она полностью под одним человеком, он назначает всех судей президент всей страны. Народ это видит, и неправосудные решения, и хамство чиновников. И воровство, коррупция, которая ну, по-настоящему борьбы ее просто нет. И вот понять народ можно, что зависит от власти, от воли власти централизованной. Так средства массовой информации навязали населению, но это специально навязывается, чтобы народ не самоорганизовывался и не старался бороться. Хотя сегодня уже не просто ростки, а волны пошли борьбы, недовольства против этой всей системы. Вот это понимание сегодня, я считаю, уже приходит, приходит. А так, конечно, сегодня власть окружила себя силовиками, огромное количество полицейских, значит, ОМОНа, Нацгвардии, вся прокуратура, вся силовая структура за, заострены на то, чтобы сохранить президентский диктаторский режим, эту власть. И наживаться на этом ничего не делают. Им их все устраивает. Абсолютно, Президента да, их Путина, Медведева, Единого их устраивает. Народ не устраивает. Но чтобы их, им сохранить, свою власть, они делают ставку на силовиков. Ну, как это На а... силовые структуры, да. чтобы да. задушить, задавить, запугать. За, за, запугать огнеметами всем остальным. В как как что области сейчас происходит, куда уже московский омон Росгвардию ссылают, чтобы запугать местных жителей, которые против превращения региона да, в страну. Совершенно верно вот этот один процент олигархата, который держит в своих активах 80 процентов финансовых всех значит, активов, вот их это устраивает, один процент. А вот этих 80 процентов ни в коем случае уже не устраивает. Спасибо большое. Зюганов сказал, что деньги есть. Вот часто средства массовой информации, да и Медведев, Высказал, что денег нет, но вы все держитесь. Мол, да спокойно, мы же бедные, денег пока нет. Вранье, самое настоящее. И правильно Зюганов сказал, и с этого начал свою речь. Деньги в России есть, и огромные деньги. За три года в офшорах годовой бюджет, а это 19 триллионов рублей минимум. Это их статистика. Увезли из России это деньги. Второе. Коррупция. Если с ней бороться, это еще один годовой бюджет. Это слова Чайки, генерального, между прочим, прокурора, который говорит, что в течение года разворовывается из бюджета. Годовой бюджет. Годовой бюджет. Это еще 19 триллионов рублей. Возьмите с природные ресурсы, все, газ, нефть, металл и все остальное. Значит, тоже уходит львиная доля по частным личным карманам, несмотря на то, что это госкомпании, и госкорпорация. Банки, себе начисляют огромные средства. Возьмите гос... топ-менеджеры госкомпании, госкорпорации. Тот же самый Чубайс. По 4 миллиона в день себе начисляют заработную плату. Это официально. Это вызывающе. Просто. У нас нищие, так сказать, по всей стране. А они в день по 4 миллиона. Да, а говорят, да. у них денег нет. огромное количество денег. Просто деньги направляются не туда, и в частные личные карманы олигархов. Но не производству, не экономике, а и не народу. Согласен. Спасибо большое. А, Геннадий Иванович, все-таки в ситуации, когда 3% олигархов и ворократии захватили все основные деньги и ресурсы в стране, в обществе такое колоссальное расслание как вообще может быть в каком-то светлым будущем? Более 25 лет у власти ворократы, жулики, и люди, которые пытаются набить только личные команды, личные карманы. И ничего не изменится. И мы уже видим: они все, все силами фиброй души будут сохранять. Ту ситуацию, которая есть, надо полностью переходить на другую программу созидания, а для этого нужна новая команда, новая программа, которая у нас, у Компартии Российской Федерации есть, у Народно-Патриотического союза есть, и нужна, я полностью согласен, самоорганизация и веря граждан в свои силы, и если самоорганизуется, сбросит, это, вот эту власть, сбросит эту власть. Значит, будет страна, будет социализм, будет другая, другая экономика. Мы будем жить с гордо поднятой головой.